Полицейским установлено, что с ноября 2017 года по февраль 2019 года директор общества с ограниченной ответственностью разместил в средствах массовой информации и в сети интернет объявление о доставке транспортных средств на территорию областного центра. Принимая предоплату в полном объеме, обратившись к нему гражданам, исполнять свои обязательства не собирался. Долгие месяцы потерпевшие ждали прибытия транспортного средства на территорию областного центра, не подозревая, что директор общества распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Всего на уловку злоумышленника попалось 20 человек. Ущерб составил 13,5 миллионов рублей. Расследовано многоэпизодное уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Допрошено 30 свидетелей, 20 потерпевших, проведены очные ставки. Изначально фигурант уголовного дела вину в инкриминируемом ему преступлении не признавал, но по тяжестью собранных доказательств вину признал, в содеянном раскаялся, ущерб возместил частично. Приговором Магаданского городского суда 37-летнему жителю назначено наказание в виде лишения свободы 3 года. Приговор в законную силу не вступил.